Лена, я на проводе. Понедельник, радостный день. И работать с вами не лень. Оп, оп, оп. Приготовим скорей. Смотрите. Вот это все надо переделать. Это еще не все, это так. Малая его часть. Малая часть того, что надо. А что надо? Все надо. Все и сразу. Раз. И сняли. Еще чуть-чуть. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний день, он трудный самый, а он первый у нас. Так, кого там еще? Брокколи. Брокколи. А, легко. Брокколи, брокколи. Лоточка нема. Лоточков не хватает. О, прокурор добавил лоточки. И все остальное. Это делается одним взмахом руки. Волшебная палочка. Ой, вернее, бутылочка в руках. И поехали. Мясо надо, гамбургеры надо, рыба надо, все надо. А я одна. А вот, кстати, хотела я вам рассказать. Пришел человек, проходил мимо человек с Макдональдса. А Ву его остановил, говорит, что там случилось утром? Он говорит, да не, это ничего. Как это ничего? Я, говорит, пришел в то время, когда, говорит, лилёк клиента вот. Ну да, я пришел, да. Ну ничего, да. Ребят, кто прав, кто виноват. Главное, что человек осознал свою ошибку. Больше не придет. Ребята, как говорится, голь на выдумку хитра. Смотрите, у меня противень для яичницы. С чего у меня сегодня будет яичница, морковка и зеленый горошек? Ну, у меня завалялось немножко рикотты, поэтому сейчас я вот это вот смешиваю. Конечно, соль, перец, тут уже соль, перец есть, тут взлохмачиваю, тут сыр добавляю. Это делается 3 секунды. Дольше оно запекается. Раз. Оп, и вы в дамках. Сюда добавляем или это сюда. Или это сюда. Смешиваем. Яишенка называется «Весна на дворе». Между прочим, рикотта тут легла такими крупными фракциями, чего я и хотела. А, как вам такой весенний-осенний вид? Зима вернулась. Ну ничего. Ну скоро сейчас наше будет лето. Лето твоих губ, твоих глаз. Ой-ой-ой, вот это рецептушка, вот это да. Ловите, ребята, ловите, пока я на кухне. Бо как придут другие, как начнут суши вам готовить, а воно вам надо. Это у меня шутка такая.
это у меня шутки с утра. Ну, понедельник, понимаете, надо с чем-то голову свою развеять. Дурную. Ой, не падайте, духом господа. Ну-с, господа присяжные, вам что нравится больше? Яишенка или пальпетоны? И то, и другое. Не нравится. Не называйте яишенкой. Яишенка утром, яишенка вечером. Днем ее назовите запеканка. Запеканка с сыром, с яйцом. Все. Вопрос решен. Тут другие гамбургеры, тут яичница, вроде крутится, полпетончик вертится, соусы стоят, соус песто, соус помидор, соус паста, ой, вода еще не закипела, ой. А еще ж рыбка в духовке, ребята, сейчас мы еще рыбку с вами достанем, вот так и живем, сухарики грызем, видали, а как вам эти сухарики, балдеж, балдеж, балдеж. Рыбку сейчас вытянем, полы помоем, кухню уберем, порядки наведем, все на места расставим, клиентов обслужим, погоду проверим, на улице дождь идет. И да, есть пули в нагане, и надо успеть раскинуть весь ховчик, посуду помыть, и нет нам покоя, гори, но живи. Мало, куча едаще. За полтора часа рекорд 500 евро. Та-дам! Аугуриали. Аугурите ли маски, аугурит. Мисак, я тут и кости 5 лавиты. Мне, конечно, очень жаль, но на этой ноте я улетаю, потому что мне еще на закупку ехать за картошкой. Если там дождь не закончился. Посмотрим. Ну, мелкий. Ну, ладно, поедем. Говорю своему баристу: Валя, мне очень жаль, поехала я по картошку. Он говорит: да едь спокойно. Какая картошка, ребята? Вы посмотрите, что на улице творится. Такой дождяра, ничего не видно вообще. Темный лес. Какая картошка? Едем домой. Картошка будет завтра. Вроде на завтра. Сегодня у нас желтый уровень метеопредупреждения. Вот так. Так что погуляли, повеселились. Ой, надо ж себе. Одна булочка пошла с бара, взяла булочку на обед. Сейчас какой-то салатик дома поем. Даже не стала в магазин заезжать. Да ну его бану. Ну и варить дома тоже ничего не буду. Ага. Тиктоковская диета. Ни то, ни зя, ни это, да? Гляньте, какая погода у нас. Третий день подряд. Моква. Что ты сделаешь? Сейчас нас будут омывать все машины. А не нас, а мы их. А, как вам такая погодка? Ух, прокачу. Ух. Еще не видно. Еще вам что-то видно. Иногда временно. Временные трудности. Таке впечатление, что я в якомусь колхозе, на колхозном поле, вон три лісочка травы. Хорошо, хоть булочку взяла, елки-палки. Ребята, даже позавтракать не успела. Это вообще какой-то кошмар. Шо це таке робиться? Люди добрі. Взяла себе пакетик малонеза. Малонеза. Мне, если честно, уже кушать не хочется. Сейчас я намажу, разденусь, переоденусь. Руки только помыла. Думаю, приготовлю хоть что-нибудь. Что, кошачий корм опять. Тунец. И три листочка салата. У тебя лежали на столе.
ты рассказывал нам сказки. Ну, а мы не верили тебе. Так вот, поверьте, вот что повар кушает, ребята. В холодильник вообще не заглядывайте, шарик за шариком катается. Не верите? Сейчас покажу. Ну что? Реакция не верит. Ну-ка все вместе, 7 раз. Хоп! В холодильник заглянем сейчас. Хоп-хоп! Это была не шутка. Пошла я кушать, ребята. До завтра. Тёма, аккуратно, ямки объезжай. Дивись на дорогу. Скажи 20 гривен, давай. Куда едем? Куда едем? Куда завезешь, туда и поедем. Туши. Всі на шашлики, да? А? Кажу, всі на шашлики до нас. Но. А ты ее такого помешал? Не поваляешь, не з'їсиш, да? Шашлычок под коньячок, вкусно очень. Ну что, Маська? Не, ну пахнет, да, реально тут такой прямо. Эй, а вот тут самое лучшее. Слава, тут есть это такие сиреневые, есть белый, есть желтый, а розовый и черный ряд. Та я же все и дивлюсь, ну просто что на камеру все не видно.